Россия и Вьетнам готовят предложение об использовании национальных валют при торговых расчетах. Совместные экономические и финансовые проекты обсуждались во время официального визита Дмитрия Медведева. Сегодня в Хошимине премьер-министр встретился с представителями российского и вьетнамского делового сообщества. Сейчас идет подготовка соглашения о создании зоны свободной торговли Вьетнама с Евразийским экономическим союзом. По словам Дмитрия Медведева, это откроет дополнительные возможности для инвесторов. Мы утвердили план. Всего 17 крупных проектов на общую сумму более 20 миллиардов долларов. Это 13 российских проектов и 4 вьетнамских. Они охватывают нефтегазовый сектор, горнодобывающую отрасль, машиностроение, электроэнергетику, транспорт, гражданское авиастроение, легкую химическую промышленность. Все проекты масштабные, экономически значимы. Их запуск в ближайшие 2 года способен существенно улучшить взаимные поставки, увеличить их объемы. И правительство будет оказывать этому необходимую поддержку.